Алла. В марте 21 года была у подруги в Питере. Район, в котором она живет, находится в 20 минутах езды от метро Купчино на автобусе или маршрутке. Но состояние этих маршруток и автобусов было такое плачевное, что казалось, весь хлам собрали на этот маршрут. Меня это очень возмутило. И мы помолились за замену на новые автобусы и маршрутки. Применили практику владычества сына. Несколько дней назад подруга позвонила и сказала, что все маршрутки и автобусы заменили на новые. Спасибо, Иисус! Чем больше вы практикуете то, чему учит пастор Андрей, тем более у вас будет ответов и чудес от Отца нашего Небесного. Вы – боги! Наталья. Хочу поделиться славой Божьей, которая явлена на моем самом младшем внуке. Ему 3 года, и зовут его Ор. Нур. На иврите Ор – это свет. Нур – на арабском свет. Его папа мусульманин, израильский араб. Так вот, Орик ходит в детский сад иудейских верующих и очень любит свою воспитательницу. Каждое утро он несет ей подарок. Или это букет цветов, или поделка. Все воспитательницы завидуют ей, что Ор ее так любит. И вот в один день он играл на дарбуке, барабаны такие. И Шламит его сфотографировала и прислала фото маме с таким удивлением и вопросом, что это. Сияние вокруг него сильное. Часто на нем золотая пыль и блески разных цветов. В общем, вот такое чудесное свечение на Божьем помазаннике. Галина. С начала месяца нахожусь дома на больничном. Был перелом лодыжки. Врачи говорили 5 недель ходить в гипсе, но нога уже почти полностью восстановилась. Немного хожу, и все только лучше и лучше. А еще и много раз меня посещали братья и сестры и благословляли продуктами и деньгами. Я в потоке. Благодарю моего папочку за любовь и полное обеспечение. Аноним. Хочу поделиться, как происходит путешествие из дома докуда надо и обратно в моем деревне на отшибе случае, да с помощью ангелов. Туда 2 ангела встретились и перенесли меня на крыльях своего вездехода, плюс радуга в солнечном небе. Обратно 5 ангелов. Один совершенно особенный, возникший из ниоткуда тотчас. После того, как я высвободила, прямо почувствовала реальность уже совершенного в духе, починил сломавшуюся маршрутку. Одним взглядом, причем некоторые пассажиры озвучивали эту фразу буквально так, а водитель только разводил руками, говорил, там вся коробка передач рассыпалась. Вау, нетление в действии. Высвобождаем и получаем. Постоянно практикую все, что усвоила на курсе «Меч Соломона» и на каждом предыдущем курсе пастыров моих «Основа основ». И убеждаюсь, вновь и вновь работает. Все, о чем учат пасторы Андрей и Оля, работает. И еще как! Нужно только не дремать, чтобы не пропустить очередную из миллиона возможностей. Аллилуйя! Славься, Отец! Да, еще одно дополнение. Сразу возникла ассоциация по аналогии с кораблекрушением во время путешествия апостола Павла. Погибнет только корабль. В сегодняшней моей ситуации говорю, не погибнет эта маршрутка. Кстати, поломка произошла возле огромного городского кладбища. Вот жути нагнал, наглец, лжец на народ. Но не тут-то было. На борту корабля открытый сын. Быть нетленью. Аллилуйя! И стало так. Отец, ты такой отец. Сегодня продолжение.
Окулист позвонила и говорит, что они получили вторую пару солнцезащитных очков и что я тоже могу их забрать бесплатно. У меня получилось 4 пары очков, 2 из которых бесплатно. Также пришел возврат денег от моего прошлого провайдера мобильной связи – $10. Мелочь, а приятно. Спасибо, папа. Это не закончится никогда. Спасибо, Андрей, что промываете нам мозги. Владислава. Занесла я в храм 3000 гривен. Прошло несколько дней, и меня тетя решила благословить суммой в 3 раза больше. Приумножение во славе действует. И это не конец. Чувствую, что будет что-то еще, что-то грандиозное. Меня это предчувствие просто разрывает изнутри. Предчувствие большого расширения. Люблю вас всех. Спасибо папе за большой уютный дом, который заполнен родными людьми. Аноним. Андрей, спасибо большое за открытие темы многогранного процветания. Я реально ощущаю, как все вокруг, люди, обстоятельства, семья и я сама меняются, и все выходит на новый уровень. Я столько лет была в религии, а сейчас вхожу в сыновство. Боже, как это круто осознавать, что ты великий и избранный. С декабря месяца я в небесной цивилизации. За это время я получила больше ответов, чем за 28 лет в христианстве. Я благодарю папу, что дал мне возможность встретить Андрея с Олей и через них познакомиться с прекрасными людьми небесной цивилизации. И вот еще, мы с мужем деятели на курсе «Меч Соломона». И все, что проходил Соломон, мы переживаем на себе в полной мере. И вызовы, и бизнес с царем Тирским, и ночь в Гаваоне. Мы все это ощутили на себе. Если бы со мной это произошло раньше, я бы уже впала в депрессию. Но сейчас я с уверенностью принимаю все вызовы и получаю удовольствие от победы. Спасибо, родные сердца, Андрей и Оля, за ваше служение. И спасибо всем тем, кто с нами в небесной цивилизации. Люблю вас. Мария. Однажды я пережила откровение, что Иисус на кресте не просто забрал грехи и спас нас, но Он вернул нам управление, которое было потеряно Адамом. Спасибо, Андрей и Оля, за все, чем делитесь. Так вот, у меня есть сын старший, и вот он под утро приходит домой на веселе, лег спать. А у меня внутри такое негодование, и слышу, дух говорит, если ты не начнешь управлять в своем доме, то будет это делать кто угодно. И тогда я высвободила слово, и теперь так и происходит. А в понедельник заказала товар для работы через интернет, и мне обозначили время доставки 30 июля. А меня это не устраивает. Мне нужно было, чтобы в пятницу утром уже товар был у меня. Я высвободила помазание, сказала, что мне нужно раньше. И вот сейчас пришло сообщение, что товар пришел, и я могу его забрать. Спасибо, отец, спасибо, Андрей и Оля. Внутри меня танцы. Аноним. Мы живем в Казахстане, а у мужа друг живет в Омске. И когда соотношение рубля к тенге поднялось, он приехал и затарился на 2 миллиона тенге, а бонусы, которые составляли 200 тысяч тенге, подарил нам. И мы закупили много всяких вещей. Это помазание. Это отец подарил мне все, о чем я мечтала, на свою кухню. Принимаю, умножаю, преломляю, раздаю. Всем желаю обновить кухни, где мы, женщины, проводим много времени. Спасибо большое, отец. Елена.
Радуюсь за сына. После армии устроился сразу на работу. Снял жилье и купил все нужное в квартиру. А на работе босс выделил ему рабочую машину. За бензин фирма платит. Раньше добраться до работы и обратно надо было 110 евро в месяц. А теперь 30 евро в месяц за стоянку платить. Начало отличное. Слава Отцу! Все новое. Спасибо за курс «Меч Соломона», Андрей. Светлана. Пересматривала уроки курса и разговаривала с отцом о том, что хочу быть благословением для окружающих меня людей, чтобы только от моего присутствия у них чудеса начинались, рост доходов и расширение бизнеса, в общем, сверхъестественное обеспечение. И вот за последние несколько дней сначала мужу пришла работа с оплатой, многократно превышающие ожидания, несколько тысяч евро. А вчера наш семейный царь Тирам получил новый высокодоходный контракт, и причем с Украиной, откуда мы приехали, и не просто с Украиной, а еще и с партнером из Одессы, где мы жили до недавнего времени. У нас у всех глаза на лоб от изумления полезли. Так и сказали оба: «Ты...» То есть я, наше благословение. Благодарю вас, пастор Андрей, за двери, которые открываются для нас благодаря урокам курса. Раздавать хлеб жизни. Мне это нравится. Благодарю тебя, отец. Ирина, у моей подруги была очень маленькая зарплата. Я предложила ей помолиться, высвободила помазание на разум видеть поток, сходили в духе к начальнику ее организации, и я сказала: «Оклад повысить до 200 тысяч». Сама не поверила тому, что сказала. А сегодня она звонит и говорит, что добавили зарплату, и она получила 200 тысяч. Что творится, отец? Я в торжестве победы. Ирина, я сейчас в Крыму, на море. Малость поджарилась, крема никакого не было. И я высвободила нетление, что моя кожа не горит, не болеет и не тлеет, ровный и красивый загар, и все тело мое нетленное и славное. И что вы думаете, перестала щипать кожу от солнечного ожога? Вся слава Отцу и пастору Андрею за такое прекрасное учение, что мы нетленные. Нина. Чудеса! Сын купил новую квартиру. Сказал, что где-то год будет ремонтировать. Но прошел месяц, и он приглашает на новоселье. Слава папочке! Царствуем и благословляем! Я все это время высвобождала деньги ему в бизнес и ускорение. Хомут аренды уходит! Марина. Мы строим дом, и дошла очередь ставить окна. Нам посчитали 1 миллион тенге, и этими деньгами нас благословила мама. Но было столько расходов по участку, поливу и других, что мы потратили эти деньги. Я молилась и сказала папе с уверенностью, что он не упрекает, не осуждает, что мы потратили эти деньги, но нам нужны окна. Маме не могла сказать, что деньги потратили. Сказала, что через неделю закажем окна. А на днях приходит к нам сосед и говорит, что он хочет нам подарить окна. Я плакала от такой заботы. Отец, ты такой отец. Я представить не могла, что так может быть. Молилась и думала, как заработать эти деньги. А у отца другие пути. Благодарю за курс «Меч Соломона», за дерзновение открывать свои желания отцу. И это только начало. Светлана. Пришло письмо из налоговой о несвоевременной сдаче декларации. И что мне начислен налог 117 тысяч рублей и штраф около 20 тысяч.
Все нужно в кратчайшие сроки заплатить. Я абсолютно спокойно приняла все. Позвонила инспектору налоговой. Она настолько была ко мне расположена, что сказала, что штраф можно снизить 8 раз. Написать ходатайство, а декларацию сказала, что сделает сама и пошлет. А мне только подпись поставить и все затем оплатить. Я стала говорить с отцом. Я сказала: «Я не хочу и не буду платить штраф. Будет так, как я хочу, или будет лучше, как говорил Андрей. А сама думаю, а налог-то ведь придется платить». Я говорю: «Отец, я вижу тебя, ты видишь меня. Моя реальность не такова, ведь я сын, и я творю реальность, чтобы не платить эти 117 тысяч». Так говорила с папой и позвонила инспектору. И выясняется, что я покупала недвижимость, и можно применить 13% от стоимости купленной мною квартиры. И все. Весь налог списали. И еще осталась сумма, которую можно в дальнейшем использовать. И это ли не чудо Божье? Это водительство Божье? Это помощь ангелов? Все работает, пастор Андрей. Спасибо вам огромное. Много мы у вас учимся. И когда применяем в своей жизни, все работает. Главное знать, кто мы и кто для нас Отец. Применять на практике. Списан налог 117 тысяч и штраф 20 тысяч рублей. Слава нашему Отцу! Арина, спасибо всем! У меня прошли язвы на ногах. Слава Господу! Я написала сестрам, чтобы они отправили в купальню мою нужду об исцелении язв на ногах. И сходила к врачу. Мне сказал врач, что если в течение месяца не будет результата, то это навсегда. Но я верила, что Господь явит свою славу. Спасибо Господу и всем, кто молился о моем исцелении. Аноним. Долгие годы управляю имуществом. Еще там брата за границей. Брата посадили, и он не успел ничего оформить на меня. Управлять, не имея никаких законных прав и доступа к счету за границей столько лет, это уже само по себе чудо. Теперь-то я понимаю, как я управляю. Мудрость. Ну так вот, на днях прилетает новость, что банк закрывает счета в одностороннем порядке для россиян. А это значит, что по законам той страны лишение недвижимости за неуплату налогов и долгов. Вы понимаете мое состояние? И когда дышать уже было тяжело, как учил Андрей, возвела очи. И тут же вспомнила принцип «за реку». И говорю отцу: «Если это так управляет мной, то отдаю все это, чтобы не возымело власти надо мной. Пусть заберут все, но тебя никто у меня не отнимет. Духа твоего, потока твоего». Буквально через полчаса мне сообщают, что мой счет разблокирован, а это значит, что дом спасен и деньги тоже. Вот что значит сын и отец. А вот у моего соседа, соотечественника, счет закрыли в одностороннем порядке и выдали чек, который он нигде и никак обналичить не сможет в нынешней ситуации. Поэтому потеряны и дом, и деньги. Сосед, бегом к отцу, открывайся с сыном. Слава отцу! Утром звоню в офисный центр. И спрашиваю о готовности документа. Сроки прошли. Ответ нет. Я уточняю, должны быть. Опять нет. Через неделю. Тогда высвобождаю Хирамов разобраться. Иду уточнить причину. По дороге захожу к соседке. Ей 85. Ноги отечны, с палочкой. Жалуются на боли и детей. Присели, палочку положила на стол для удобства, и тут я начинаю ей напоминать, как она любила своих детей, нянчилась с внуками, и теперь они
Ей возвращают ее же любовь. Живут в городе, звонят, помогают. Говорю: «Галочка, смотри, какие славные они, твоя детвора». И она заулыбалась. Зазвонил телефон в другой комнате, и она, забыв про палочку, прямо рванула к телефону. Поговорила, провела меня по комнатам без поддержки. Присели, и она понимает, что обошлась без помощи, обрадовалась. Слава Богу! А я, не успев дойти до офиса, слышу звонок: «Зайдите, документ готов». Аллилуйя! Спасибо, отец, за Андрея! Инна. Недавно одна сестричка писала про подключение электричества к участку. Я написала, что принимаю для своей земли. Вчера мне звонят из проектной организации по поводу газификации нашего района. И мне нужно срочно подписать согласие на подведение газа к нашей земле. Правда, не электричество, но газ – это вообще чудо. Ждем еще теперь и свет. Инга. Меня начали окружать крутые, мощные люди с возможностями для меня. Деньги начали приходить с легкостью, и даже пополнение карты неизвестно откуда. Это что, со мной? Господь всемогущий, я догадалась. Но что так? Мне так нравится, что происходит с моей жизнью, что это, в чем мне так комфортно находиться, и это никогда не закончится, а только приумножится. Анастасия. Очень сильно болели зубы. Не что-то конкретно, а прям ныли обе челюсти, и вверх, и низ. Нахожусь сейчас в другой стране, и пойти к доктору варианта не было. Ну вот совсем. Принимала исцеление, слушала молитвы Андрея, слушала каждый день. И не по разу. И спустя неделю вспоминаю и понимаю, что ничего не болит. Уже с неделю хожу, прислушиваюсь, и ничего, слава Богу. Спасибо Андрею за такое невероятное помазание. Еще, я по жизни и по профессии спортсменка, поэтому обязана соблюдать форму, держать определенный вес. Самой же легче. Всю зиму просидела в депрессии, ела как не в себя. Не могла остановиться, набрала больше 6 килограмм. Было, ну, так тяжело, болели суставы, тяжело было дышать. В горку поднимаешься и пыхтишь, как слон. Мне, к слову, 27 лет. Наследственность такая себе. Куча болячек, настоящих или потенциальных, а я очень себя запустила и никак не могла себя взять в руки. Познакомилась с Андреем и Олей в апреле месяце, за что сильно благодарю своего пастора Лену, которая настояла. Много раз говорила про курс «Меч Соломона», а я все так, мимо ушей, много работы, некогда. Потом все же прислушалась и вскочила, буквально в последний вагон. С того момента и по настоящее время моя жизнь, мое мышление меняется день ото дня, и это просто супер. И да, к слову о похудении. Попросила папу помочь мне похудеть. Сначала казалось, что несерьезно просить о таких вещах папу, решила попробовать, но сама не могу. Но ему ведь важно принимать участие во всех сферах нашей жизни. И ему приятно, что ты просишь и обращаешься к нему за помощью, за советом. Сбросила я эти 6 килограмм за 3 недели. При этом легко, не напрягаясь, сильно кушая, когда хочу и что хочу. И все это было в удовольствие. Прошло уже 1,5 месяца, и я продолжаю работать над фигурой. Все стабилизировалось. Возможно, сбросила еще, весов под рукой нет. Но сейчас имею возможность каждый день проводить в зале, тратить время на себя, делая это с удовольствием. Отец, ты такой отец! И это еще не все. На самом деле, моя жизнь сейчас полна удивительных событий, которые происходят каждый день. Заболела сестра мужа с подозрением на аппендицит. Несколько дней мучилась сильными болями, прежде чем обратиться к врачу. А я
как раз слушала молитву и свидетельство за исцеление. Начала принимать на себя, на всю свою семью, просто, особенно на сестру. Ничего никому не говорю. Сестра человек вообще неверующий и ярый скептик. Думаю, ну, для папы ничего невозможного нет. Когда откроется, каждому свое время, но помогает он всем своим детям, несмотря ни на что. Сестра идет к врачам, анализы не показывают абсолютно ничего. В больницу ее не принимают. Через пару дней пишу: «Оля, что там у тебя?» «Ничего, — говорит, — все прошло». «Не знаю, что это такое было». «Аллилуйя! Отец, ты такой отец! Как я тебя люблю!» Анна. Я на пенсии. С работы уволилась, уже 4 месяца отдыхаю. Папа обеспечивал все эти месяцы, но вот пришло время, что напряг с финансами. Аренда жилья и кредит, уходит вся пенсия, и на житье уже ничего не остается. Соцзащита уже не помогает, у них свои порядки. Ввиду некоторых причин по здоровью, не каждая работа мне подходит. И вот сегодня еду в больницу за направлениями, накатились слезы, глотаю и говорю: «Отец, ты видишь меня, мои проблемы, мне не хватает денег на еду и мелочи. И вот я выхожу, и ноги сами пошли в торговый центр. И вижу там бутик одежды, требуется продавец. Зашла, спросила, нужен опыт. А я была продавцом продуктов и игрушек». Минута молчания. И тут хозяйка говорит: «Давайте попробуем». Я говорю: «Ну что ж тут сложного? Размеры подобрать». Взяла на стажировку, неоплачиваемую на 3 дня. Я согласилась, заодно и поучусь продавать одежду. Аллилуйя! В торговом центре народу почти нет. Я думаю: «Я сын, ко мне пойдет народ. Буду провозглашать. Не может ко мне народ не пойти. В воскресенье заступаю. Благодарю папу за очень быстрый ответ. И Андрея за это откровение. Спасибо». Людмила. «Дочь моя год не могла сдать квартиру в аренду, а недавно я помолилась и говорила, что в самый ближайший срок квартира сдастся. И что вы думаете? Она сдалась в течение 3 дней, и, как я просила, по всем пунктам были согласны. Вот это чудо! И для меня тоже! Андрей, ты не просто человек, ты Сын Божий! Благодарю!» Аноним. Я в небесной цивилизации с апреля 2021 года. После прохождения курса «Созерцательная жизнь» в моей жизни начались изменения. Сначала я устроилась на работу. Потом за короткое время купила машину. Это время созерцала ее намного лучше и дороже, чем были у меня до этого. Потом помогла зятю покрыть долг. Через 2-3 месяца после этого внесла большую сумму на покрытие своего кредита. Немного погодя, у меня была сумма для хорошего пожертвования. Аллилуйя! Спасибо отцу и пастору Андрею. В апреле мне отец дал откровение о предстоящем бизнесе, как раз незадолго до курса «Меч Соломона», чем я была ошеломлена и удивлена, потому что я работаю в этой сфере с 2007 года. И никогда не возникало ни идеи, ни желания открыть свое дело. Но отец знал, что я готова именно сейчас. Для меня это как раз мечтать по-крупному. И еще дело в том, что я не хотела возвращаться в сферу моей деятельности. Работа морально давит. Но у отца были лучшие планы, и я узнала о них именно в апреле. И все это время он меня уговаривал: «Потерпи еще немножко». И вот сейчас я делаю шаги по открытию аптеки, аптечного пункта в большом селе. Отец учит смелости, чему я безмерно рада.
бесконечно благодарна пастору Андрею, Оле и папе. Так всех люблю и благословляю. Юлия. Перед 13-м уроком было так. У сына 8 лет был день рождения, о чем рассказывала ранее. И ему подарили деньги, на которые мы сразу же выбрали большой набор лего. Очень давно увлекается и любит собирать лего. Пока выбирали, я обратила внимание, что в детском мире большая распродажа на некоторые наборы, чего давно не было из-за отсутствия новых поставок лего в Россию. И вдруг меня посещает мысль купить 2 набора. Они выходили по 500 рублей. Это очень мало для лего. И чуть позже продать их дороже. И следом приходит следующая мысль. У сына как раз осталось 1000 рублей из подаренных денег. Я иду к нему и говорю: сынок, у меня есть для тебя бизнес-идея. Давай мы на твои деньги сейчас купим 2 набора. И через пару месяцев твои деньги увеличатся в 2-3 раза. Он, конечно же, согласился, и мы сделали это. Вот такое инвестирование в любимое дело сына. А потом слушаю урок, где Андрей говорит, что детей с детства нужно учить умножать. Слава отцу! Вообще такое ощущение, что мы вместе с сыном проходим курс. Он уже на Авито свою железную дорогу продал, которой не играет. Подходит как-то ко мне и говорит: «Мама, а я могу продать свои игрушки там, где ты продаешь?» Дома магазины устраивают частенько игрушечные. В общем, парень с предпринимательской жилкой растет. Семья. Снова хочу прославить отца. Ирина. Здесь, в Нидерландах, в той местности, где мы живем, у меня есть знакомая, которая покинула Одессу с началом войны. Моя тезка Ирина. Моих лет. Мы начали общаться, регулярно встречаться. Ирину приняла семья небедных голландцев, мягко говоря. И при этом незнание английского, не говоря о голландском, не позволяло, даже получив разрешение на работу, найти работу. Пока не оформила документы, не имела денег никаких. Ее полностью содержала принимающая сторона. Но быть обузой и бельмом на глазах не хотела. Мечтала о работе с возможностью оплачивать жилье. Мы начали молиться. Я и сама молилась. Как раз начался курс «Меч Соломона», и я практиковалась молитвами из уроков. И вот она пошла на бесплатные курсы английского. Нашла работу с доходом наличными, потихоньку, не афишируя, с сохранением пособий, которые государство начало выплачивать в полном объеме. Появилась возможность и откладывать. И вот несколько дней назад получила социальное жилье. Квартиру со всеми удобствами. Здесь же, в нашем месте, бесплатно. Сегодня были там вместе и написали список, что из мебели и домашней утвари надо еще пожелать. Вау! Выходит, что получилось преломить и умножить сверхъестественное обеспечение, которым отец наделил нашу семью. Причем отец дал больше, чем мечталось. Мощно. Такое наслаждение. Благодарю тебя, отец, за верного сына твоего, Андрея, который открыл нам мир Сына Божьего и продолжает открывать. Ирина. В четверг рано утром меня разбудил муж со словами: «Нас топят». Со сна, ничего не понимая, я встала, пришла на кухню, а там потоп. С потолка и по стенам течет вода. Впечатление не из приятных. Муж ругался, бронил бабушку, которая живет над нами. В общем, спать легли в 7:00 утра. Я начала молиться, высвобождать помазание на эту ситуацию. Ангелов призвала, чтобы они помогли нам все решить. Отменяла неприятное происшествие с потопом. Когда мы встали, вода еще капала с потолка примерно до 12:00 дня. А я утром хожу и пою: «Папа ввел меня в землю изобилия, там, где молоко и мед, и новое вино течет, с неба течет елей, а с потолка капает».
В общем, муж позвонил бабушкиному зятю. Он пришел, попросил за бабулю прощения, сказал, что помогут в восстановлении мебели. В пятницу муж с мастером, который нам делал мебель на кухню, поехали искать материал. Очень долго они ходили по складам в поисках нужного материала. И нашли именно столько, сколько было нужно. 3 двери, 1 боковина и 1 полка. Отец, ты такой отец! В этот же день они распилили и закатали нужные детали. В цеху сказали на вторник, но муж договорился, чтобы сразу. Все установили и поменяли. На мебель финансы прислали на карту. Муж после установки мебели ходил и говорил: «С нами Бог! Спасибо, Господи, что все помог сделать. Самое главное, что серьезных повреждений не было. Слава тебе, Отец! Спасибо большое, дорогие пастор Андрей и Оля». Юлия. Месяц назад сестричка из нашей группы срочно сбросила молитвенную просьбу в группу за сестру из старой церкви. Лидия перенесла инсульт, лежала одна дома, ухаживать некому. Мы помолились и отправили в купальню к ходатаям. На второй день Лидия встала и с ходунками дошла до туалета, кухни. Сейчас ей намного легче. Благодарит всех за молитвы. Слушает Андрея. Ольга. Недели 2 назад смотрела эфир с Андреем и Ольгой. Была молитва за исцеление, и они молились за исцеление бедер. У меня много лет с этим была серьезная проблема. Я ложилась спать с болью в бедре и вставала с болью. Была у врача, делали рентген, показал стертую шейку бедра. И вот чудо! После молитвы боль ушла, я даже не заметила сразу, а через несколько дней поняла, что я могу спать на боку. Слава Иисусу! Мила. Андрей Яковишин молился, когда был в Одессе за женщину, которая после инсульта. Так вот, она получила полное исцеление. Рука полностью поднимается, сама вешает белье на балконе, делает с гантелями зарядку. Люба просила передать вам огромное спасибо. Я сегодня была у нее и видела своими глазами это. До этого мы по телефону общались, она забыла об этом сказать. Слава Отцу! И большая благодарность вам, Андрей. Я забыла написать, что и речь полностью восстановилась. Спасибо вам, Андрей, огромное. И слава Отцу. Аноним. Сегодня сына позвал управляющий, 1 на 1. Говорит: «Ты нравишься мне, наблюдал за тобой, ты ответственный. Поэтому решил выплатить положенное тебе. Дал сумму в 3,5 раза превышающую ожидаемую. Это в 20 раз больше предыдущего прихода денег». Звонит сынок в восторге, рассказывает: «А у меня почему-то именно о такой сумме мысль мелькала». И я отвечаю: «А я именно об этой сумме и думала, более того, руки держала». Также и за других детей. У всех прибыль, дочь новая одежда, сыну тоже, супругу сегодня, в продолжении вчерашнего дня рождения, тоже подарки. Мне выпала возможность послужить источником для других. И сегодня пришли снова новые вещи, а я не просила и даже не думала о них. После 5 месяцев разлуки увидела дочь и внучку в целости и сохранности. Вижу явное проявление заботы отца о моих детях. Славься, Отец!» Евангелина. «Прохожу медкомиссию. Пришла на маммографию. Медсестра говорит: с самого утра пытаюсь включить маммограф. Не включается. Говорю: давай техническим ангелам скажем, чтобы наладили. Что ее по-доброму рассмешило. А аппарат включился тотчас. Аллилуйя! Вся слава Господу!» Марина. «Много лет назад пыталась бизнесом заниматься. Не получалось. Я оставила эту затею. Но вот прошло больше 10 лет. Сейчас слушаю курс «Меч Соломона». Они мне очень помогают. И я снова начала развивать бизнес. В прошлом месяце я продала продукцию за 2 недели на большую сумму. Это все для дома. И мне компания подарила кэшбэк.
плюс денежки. Месяц прошел, а клиенты прибавляются. У меня потоковое мышление. Идеи приходят, как реализовать и быть в прибыли. И клиенты появляются. Мария. А моя сестра только узнала о папе, сказала ему: «Хочу жить на море, мужа хочу, свой дом, детям образование хорошее. И не хочу жить там, где зима. Я настрадалась, намерзлась, набедовалась». И папа ее в 40 лет познакомил с потрясающим человеком, евреем, миллионером. Она вышла за него замуж и уже 5 лет живет в Калифорнии, в Санта-Барбаре, где нет зимы, на берегу океана, имеет свой дом и еще много бонусов от папы. И знаете, это не кротость ее, это не засоренный религией мозг. Она мне поверила, что папа добр, обратилась, и он дал. Все просто. Знаете, разрушать твердыни посложнее, чем приводить ко Христу. У Андрея помазание открывать глаза тем, кто уже окаменел в религии. И это силища, мудрость и стержень. И слава папе за то, что Андрей поднимает себе подобных. Наталья приехала к маме. У нее год болела рука, не поднималась, и ночью были боли. А она уже год в небесной цивилизации. И вот сидели, за здоровье говорили, и вдруг она вспомнила про руку. Когда исцелилась, не заметила, и боли ушли, и рука поднимается. Слава Отцу и благодарность пасторам Андрею и Оле за зумы, за эфиры. Мама слушает, и вот результат. Любим вас и молимся за вас. Елена. Со слов Светланы. Она много молится на языках и однажды всю ночь так стояла в молитве. Оказалось, в шахте в это время осколком завалило ее родного брата. И 3 дня его не могли извлечь. Она ему явилась и сказала: «Вася, не бойся, тебя скоро вытащат». Травматолог, обследовавший его, сказал, что это невозможно. Осколок ребра должен был впиться в органы, а он лежит спокойно на месте. Брату оплатили всю вахту, дали отпуск, а он решил купить Светиному сыну яхту в благодарность за чудо спасения через ее молитву. Это меч Соломона в действии. А еще только 12-й урок. Мама учится, а сыну прибыль, и брату жизнь в награду. Круто! Света. Я учусь на курсе «Меч Соломона». Слава Богу за курс! Даже не знаю, как поделиться таким неожиданным для меня событием. Когда я спросила Бога, чем я могу торговать, раздался звонок из Англии от моего знакомого пастора, который рассказал мне про новую возможность торговать золотом из России за рубеж. Возможность реальная. Курс работает. Вот это чудо! Теперь нужно осваивать новую профессию. Купец Соломон. Лидия. Муж нашел серебряное кольцо в упаковке с пломбой. Принес и говорит: «Это, наверное, тебе от твоих ангелов». Меряю, а оно мне как раз. А стали смотреть под лупой гравировка. Крест, и на английском языке написан стих из 90-го псалма. «Спасибо, папа, за перстень управления. Я прямо себе в тетради откровений записала дату. И перстень управления получила». Алла. «Хочу поделиться с вами своим опытом. Я курила по пачке в день. И очень хотела бросить, но хватало меня на 3 дня только. Покупала пластыри, дорогие препараты и даже ходила к врачу. Ничего не помогало. И тогда я подумала, что в момент, когда совсем тяжко, на 3-й день, буду взывать к Богу. Тогда я его еще не знала как отца, но знала, что он есть. И решила, что пойду хоть до смерти, но курить не пойду. И буду надеяться на него.
Вокруг никто не верил, что брошу, и даже подтрунивали. Говорили, что я слабая и не брошу. 3 дня я была в изоляции, исключила все общения и сидела дома, плакала и очень нервничала. И когда попросила Бога, Отца, помощи, смогла пережить и 4-е сутки. А потом пришло довольство собой, что смогла. И после я, довольная, утерла нос всем, кто не верил. Но самое важное, я рассказала о том, кто мне помог пересилить себя. Кстати, тогда я поверила в то, что нет ничего невозможного. Поэтому хочу вас ободрить. Тех, кто бросает курить, все легко с Отцом. А еще исчезли 5 кист в груди. А не так давно, прослушав проповедь пастора Андрея, выбросила очки и восстановилось зрение. Теперь вижу мелкий шрифт. Я люблю читать инструкции косметических средств, где приводятся составы кремов, шампуней, разбираюсь. А там очень мелкий шрифт. И очень рада и признательна Отцу, что теперь могу делать это без очков. Все легко с Отцом, а тем более теперь. С новыми познаниями о том, кто вы, все становится проще. Ольга. 3 месяца назад моя семья очень нуждалась. Слава Богу, что отец кормил меня на завтрак помазанием, а на ужин – радостью. Война многих застала врасплох, и я задумала помогать продуктами односельчанам. И вот – сегодня я раздаю продукты людям. С нуля. Сегодня мне привезли 1 тонну пшеницы, о которой я молилась раньше. Я занесла семье инвалидов продукты. И хозяин, очень пожилой человек, говорит: «Мне так стыдно и неудобно». А я отвечаю: «Когда я ходила и искала злачные пажити, то меня посылали подальше и отказывали. И тогда мне было и стыдно, и больно. А вы берите и благодарите Бога Отца». Светлана. Мой драгоценный муж 2 года назад устроился в мебельный цех. График хороший и зарплата хорошая. Я его спрашиваю, как на работе дела? Говорит, что до его прихода работы было мало. Каждое лето цех не работал, заказов не было. А как он пришел, появилась и работа, и заказов стало много. Поэтому и зарплата хорошая. И рабочая смена такая, как мне нужна. Вот такой наш Бог заботится. Мария. Благодарю Отца за исцеление спины и пятки. Сильная боль отступила после неоднократного отрицания болезни на 2-й же день. Также при отсутствии моей возможности отец обеспечил обновками и дорогим кремом на лето, побудив на это дочу. Применяю все, чему учат Андрей и Оля. Благодарности нет предела. Валентина. В этом месяце у нас с мужем были большие расходы, потому что постоянно идет стройка. Мы, как Соломон, все время что-то строим. И так получилось, что денег на отдых практически не осталось, а нам в понедельник уже надо ехать, так как мы заранее все забронировали. Мне даже мама предложила занять денег, но я не люблю брать в долг, тем более на отдых. Я ей ответила, что до понедельника еще 2 дня, хотя это и выходные. Внутри я знала, что деньги есть, и они никогда не заканчиваются, но сегодня и завтра выходной, и я не работала. К полудню мне уже на карту пришли 100 тысяч, а вечером еще немного. Эти деньги пришли из совершенно неожиданного источника. До понедельника еще есть воскресенье. Я восхищаюсь нашим отцом, который так заботится о нас и никогда не опаздывает. Инга. Я ранее болела очень сильно, но всегда думала, что я здорова. 4 года отнималась нога, съехали все позвонки, уколы не помогали. На попе сидеть не могла, стоять долго тоже, лежать тоже не могла. Иногда даже ложилась спать одетая, чтобы с утра не было трудностей одеться.
А если с утра просыпалась и могла сама обуться, это было счастье, за которое была благодарна Богу. Спасибо, Андрей, за то, что ты научил почитать в себе сына и принимать его любовь. Теперь я абсолютно здорова. Меня ничто уже долгое время не беспокоит. Я абсолютно здорова. Раньше я не могла без упражнений для больных, а теперь я в наслаждении занимаюсь здоровыми. Тем более это была моя мечта с детства. Я самый счастливый человек, потому что у меня есть сравнение, как было и как стало. Надежда. Вчерашний эфир мощнейший. Важна мысль о том, что в любых обстоятельствах нужно смотреть на видящего тебя. И тогда пробьется источник. Спасибо, Андрей, за чудесные откровения, которыми так щедро делитесь с нами. И еще, у меня была точно такая же шишка на руке и на том же месте, что у Андрея. После занятия пилатесом появилась 2 года назад. И только в этом эфире я обратила внимание, что ее нет. И боли нет. Аллилуйя! Ольга, у меня первое исцеление в небесной цивилизации. Во время молитвы пастора за ноги, язвы и прочее, направила внимание на косточку большого пальца ноги. Она надумала расти и болеть. В процессе она стала болеть еще сильнее, а потом раз – холодок. И отпустила. 3-й день пошел, нету ее. Слава Богу и спасибо пастору. Легко между делом получилось. Оксана. В воскресенье ездили с мужем на рынок. А перед этим я сказала папе, что хочу обновки. Хочу поменять гардероб. Хороших, качественных вещей в отпуск. Так давно ничего себе не покупала. Но очень хотелось. И вы не поверите, я купила столько обновок за копейки. И это хорошие, качественные вещи. Знакомые сказали, что повезло. Но я-то знаю, кто меня благословил. Принимаю, благословляю, раздаю. Надежда. В начале начал, услышав от пастора о готовящемся курсе «Меч Соломона», я сказала, мне это не надо. Мы с мужем всегда работали за зарплату. Получалось неплохо, вот и дальше будем продолжать. Узнав, что этот курс объявлен курсом многогранного процветания, я задумалась. Ладно, пойду слушателем. Презентация курса пастором, и я уже понимаю, что надо идти делателем, хотя я не думала ни о каком делании. Учусь, сдаю тесты. Интересно. Учиться я всегда любила. Только вот карьеры не сделала. Думала, что и сейчас та же история будет. Слышу от пастора об избрании и о том, что кому много дано, с того и много спросится. Это о сынах, живущих в финансово благополучных странах. Пастор разбивает мое пренебрежительное отношение к торговле. Это была глубокая перемена мышления и понимание финансового благополучия. Оказывается, что торговля – это совершенство путей, и ее результат – возникновение богатства и приумножение его. Торговля – сердцевина Царства Божьего. Управленцы продают товар, а рабы – себя. Вау! Не хочу быть рабом! И вот я теперь торгующая на лондонской фондовой бирже. И получается, вижу Отца творящим, классные вещи в моей жизни и жизни моей семьи. Уверена, Отец видит меня творящую и радуется. Обожаемый мною пастор Андрей, спасибо, что не сдаетесь на мне и таких, как я. Спасибо Отцу за вас с Олей. Вы творите судьбы тысяч, и это только начало. Вы сияние славы Отца. Гуля. Я делюсь радостью. Мужу прибавили зарплату. Видела удивление на его лице. Больше, чем радость, это после снегоуборочной машины, что отец подарил. Аллилуйя. Аноним.
С первым уроком «Меч Соломона» мой супруг получил приглашение на работу в логистическую компанию в Европе с хорошими условиями и зарплатой более, чем мы ожидали. Причем связь начала курса и приглашения я заметила только сегодня. Я сама работаю в госструктуре, и во время уроков, где речь шла о продажах себя или товара, я задумалась о том, что продаю себя, знания, опыт, время. Но пару недель назад президент нашей страны издает указ о срочном создании нового предприятия с 1 августа, которое будет заниматься масштабными закупками и продажами природного газа. И ко мне поступило предложение быть руководителем одного из отделов. Это супер! Я благодарна Андрею и всей команде, которая ведет нас в обучение, где все настолько детально, глубинно, структурировано, а самое главное, легко и просто доносится до нас. Спасибо огромное за такой благословенный труд. Елена, вчера мне Господь напомнил о том, что у меня есть проект с названием, но пока без деталей. Теперь, когда до меня дошел смысл этого проекта, я до этого курса даже не могла позволить себе назвать это проектом. Я знаю, что и детали придут, как вложенное знание. Он мне его дал 3 года назад, а еще раньше вложил в мое сердце очень хорошую, невероятную мечту. Теперь все складывается. Благодарю Андрей, вас, Олю и всех, кто в команде «Небесная цивилизация». Это великолепная командная работа. И еще, моей дочери вчера один сотрудник подарил новый навороченный смартфон. Светлана, а у меня появился азарт и желание побыстрее попробовать себя в торговле своими изделиями. Раньше это вызывало неуверенность. Всегда считала, что это не мое, хотя я довольно коммуникабельна и легка в общении. Конечно, многое меняется благодаря курсам. Я себя узнаю заново. И оказалось, что Хирам – это совсем рядом моя подруга. И тоже сын. Она учит, отец учит, Андрей учит. Вообще класс! Что-то произошло очень крутое. Аноним. Маленькая предыстория. У нас кофейня. Мы ее ведем уже 3,5 года с успехом. Через 2 месяца открываем вторую. Слава отцу! Всегда хотели делать то, что любим. Делать еду с любовью. Строить команду на уважение друг к другу. И хорошо людям платить. Времена были разные. Мы с мужем молодые. Наши родители уже много чего повидали. И взгляд у них на многое другой. Но маленькими шагами мы менялись и развивались. Тема Хирама и торговли меня, конечно, очень увлекла. Про торговлю я, наверное, 5 раз переслушала, вдохновлялась. Про Хирама думаю уже 3-й день. Разговаривала об этом с мужем. А сегодня мой муж поехал с доставкой к одному из наших клиентов, и он сказал: «Я работаю уже много лет, много где ездил, много чего ел. Но то, что вы делаете и как вы это делаете, такого еще не встречал. Я хочу проинвестировать в вас, чтобы мы сделали с вами сеть на всю страну». Сказал, что приедет на неделе, и мы все обсудим. Слава отцу! Эмоций много, конечно, но помогите распознать, может ли инвестор, а он ведь тоже хочет в перспективе на этом зарабатывать, иметь процент, быть Хирамом нашего времени. Авиль. С 11 урока я просто ночью спать не могла. Какой-то в голове мощный сдвиг. Просто взрыв. И реально пришло желание действовать, которого не было. Я не могу объяснить до конца словами, но я знаю, что это делает дух. Помазание. Меняются судьбы людей. Спасибо тебе. Деньги пришли на карту. 330 евро. Сара. Мне сегодня на карту 40 тысяч пришли от соцзащиты. Это помимо тех, что получаю. Еще добавили и перерасчет сделали за прошлые месяцы. И еще
На днях позвонили и попросили прийти в МФЦ и оформить 300 тысяч на получение. Я им говорю, что эти выплаты на бизнес даются, а у меня нет проекта. Они говорят, все равно придите, оформите. Я не прошу государства, а они сами звонят. Вот раньше наоборот все было. Но самое интересное и радостное, когда рассказываю о своей жизни у людей и неверующих, у них тоже происходят такие же чудеса, и даже там, где ничего не светило. Елена. Я раньше писала женщине, у которой большие долги и большие проблемы с этим. Я ей говорила об отце, и ей все заходит. За это время ее жизнь преобразилась неузнаваемо, какой ни была и до долгов. Долги отдаются через процветание легко. Осталось чуть-чуть. Некоторые простили. Я ей купила и подарила хороший новый телефон. Легко. И теперь есть интернет. Сбросила я созерцательную жизнь. Курс «Меч Соломона» рассказываю ей. Слушает, все так делает и уже другим советует. И вижу, какое преображение в ее жизни, в духе. Это моя практика. И у меня все вверх и вверх всего, наверное, не описать. Такой восторг наблюдать за тем, что отец делает в жизни других по твоему участию. Сегодня был сон. Я пришла в дом к семье, у которой горе, и они видят меня, но не знают меня, и просят помолиться за них. А эта сестра со мной пришла и говорит им, что ей не обязательно молиться, достаточно только ее взгляда и одной мысли о вас. Я тому живой пример. И это с нами только начало. Благодарю, Отец, слава Богу за небесную цивилизацию. Мы реально такие. Елена. Подругой как будто не является, но очень интересуется проповедями Андрея Яковишина. Очень любит слушать и повторять «Зеркало славы», но учить не желает. Когда я ей звоню, всегда спрашивает, что нового сказал Андрей. Я ей говорю: у тебя компьютер, ты знаешь, как войти, как найти любую проповедь. Она христианка давно, работала по Казахстану. Еще после пенсии пыталась быть в церкви, но быстро с ней попрощалась. Над десятиной всегда смеялась. И короче, она оставила церковь давненько. Любит науку, любит художественные фильмы. И потихоньку как будто отошла от Бога. Откуда вам знать, что у меня внутри? Оставьте меня. Она бывшая врач, одинокая, семьи никогда не имела. Поэтому мы ее посещали, молились за нее и друг за друга. И прошло много времени, и вот несколько дней назад ее настиг инсульт. У нее есть брат, живет далеко от нее, но стал чаще приходить к ней в последнее время. И вот, придя однажды к ней, не смог достучаться, она дверь не открывает. Когда он все-таки открыл сам, видит ее на полу с синяками от падения. Не очень приятное зрелище. Позвонил в скорую, там заявили: ну что, инсульт. Руки, ноги не работают, язык тоже, только на каблуковой ее. А эта улица в нашем городе, Алматы, известна как сумасшедший дом. И врача не вызывал, говорит, бесполезно. Я, узнав о ее состоянии, через снов отправили ее в купальню, молились все, кто ее знает и не знает, и в группах. И спасибо огромное ходатаям. Они молодцы. И эта сестра Лидия очнулась после 2 дней такого незабываемого для нас состояния. Вернулась речь, ноги, руки работают. Мы настаивали на врачах, но она по сей день категорична. Нет и нет. Говорит, если меня отец не забрал в эти дни, значит, я ему еще нужна здесь. Напомнила, что Иисус сказал о храме своем: если его разрушит, в 3-й день восстановит. Я, говорит, свидетельствую, что он творил истину. Попросила меня сегодня передать огромнейшее спасибо команде ходатаев. Верит, что купальня, молитвы сынов помогли ей вернуться в здоровое состояние.
Конечно, есть трудности, но это слава, слава, победа Отца, помазание Духа Святого. Ваша победа, сыны, семья, молитесь за нее, за разум, голову, нервную систему. Зовут Лидия. Сегодня особо вижу, как трудно жить одному. И как говорит Лидия, я не боюсь, страха нет, помощи от врачей не жду. Что они мне могут дать? Меня пробудил от долгой спячки Бог. Побывав в этом состоянии, знаю, без Бога нет жизни. Только Он дал мне шанс еще пожить. Это свидетельство победы Отца. Славою Его полна вся земля. Галина. Сегодня утром потопталась по деньгам, потом пошла почитать Библию, села в кресло, ощутила покалывание, как будто сухие крошки съела. Смахнула, села, все равно колет и кусает кто-то. Присмотрелась, нет ничего и никого, решила вытрусить накидку. Поднимаю, а под накидкой 10 рублей. Как они туда попали? И кто меня кусал? Любовь. В декабре хотела купить франшизу одного магазина, но из-за определенных обстоятельств все накрылось. Мне очень было интересно развивать этот бренд. Куча идей в голове. Для себя решила, что буду в любом случае увольняться. Настало время курса «Меч Соломона». Я точно знала, что не хочу больше работать на кого-то, а хочу свое дело. Четко сказала отцу о своих желаниях. И не заботясь ни о чем, поиски работы на сайтах, беготня по собеседованиям, мысли, куда идти, знала, что отец меня выведет к моему делу. И представьте, пишет мне девушка, с кем мы общались в декабре по ее франшизе. Мы встретились, и она предлагает мне быть партнером ее по бизнесу. Говорит, общалась с отцом, а она верующая. И понимаю, что хочу найти партнера и с ним двигаться в развитии. И что именно меня она видит своим партнером. Наши взгляды, идеи, цели просто дополняют друг друга. Короче, это отец такой отец. Еще, когда слушала шестой урок и пастор молился за использование желаний, у меня зуб перестал болеть. Такое сильное присутствие отца пришло во время молитвы, что боль ушла моментально. Любовь. Я в таком восторге от того, что со мной происходит в последние месяцы. Я реально ощущаю, что у меня с каждым днем все больше и больше открываются глаза. Трансляция того, что я вижу и слышу Бога, преобразовывает мое отношение к себе и к окружающим. А еще у меня полностью изменились молитвы. Меняется мышление, меняется молитва, меняется жизнь. Последние месяцы каждый день повторяю себе, как же я счастлива. Такого никогда в моей жизни не было. Отношения с детьми улучшаются. С мужем больше нет таких затяжных конфликтов молчания. Открылось множество финансовых возможностей. В церкви пастора слышат и слушают. Спасибо, дорогие Андрей и Оля, за вашу смелость и дерзновение. Спасибо, небесная цивилизация, что вы открыты и заботитесь иметь Бога в своем разуме. Мы реально крутые, поскольку мы даем Духу Божьему течь через нас. Чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из твоих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.